Ну, начнем с серьезной дорожной аварии. Сегодня на улице Калинина столкнулись бетономешалка массы «Лада Приора». Все случилось неподалеку от стадиона «Первомайский». По словам очевидцев, машины двигались навстречу друг другу. После сильного удара легковушку развернуло на проезжей части. Она, по сути, превратилась в груду железа. По предварительным данным, в момент столкновения в салоне «Лады» находилось два человека. 19-летний водитель и пассажир 2003 года рождения получили различные травмы. Их забрали в больницу в медицинские работники, которые прибыли на место. Человек, находившийся за рулем бетономешалки, не пострадал, однако у МАЗа разбита вся передняя часть, лопнуло колесо. Еще одним участником аварии стала «Шкода». Машина получила незначительные повреждения. Никто из находившихся в салоне кроссовера не пострадал. Сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем, опрашивают очевидцев случившегося. По результатам проверки станет ясно, кто из водителей нарушил правила дорожного движения и тем самым спровоцировал ДТП.